Доброго дня. Давно обещала сделать мастер-класс по изготовлению масок. Понятно, что в магазинах их нет, если есть, то дорого. Поэтому все, что нужно для маски, собственно, лежит на столе. Ножницы, совсем просто. Степлер, бинт, вата. И для счастливых обладателей перевязочных пакетов, перевязочный пакет. Обычный, стандартный, советский, старый. Из него делать на самом деле проще простого. Это самое простое, что можно придумать. Все знают, что хороший старый советский пакет состоит из ватно-марлевых тампонов и бинта. Собственно, вот так это выглядит. То есть из одного пакета перевязочного можно сделать две полноценных маски. Одна и вторая. Сразу обрезаете уши, чтобы они не мешали. Они не там, где надо, и не такие получаются. Так, лишнее можно срезать, можно оставить. Это не очень принципиальный вопрос. Отрезали. От бинта отрезаются два куска просто бинтика. Она получается на 4 завязки. Для совсем ленивых делается все просто. Степлером завязка пристеплеривается к маске. Вот таким образом. И с другой стороны. Немножечко старый степлер, который собака не хочет пристеплеривать. Получается полноценная маска, которая завязывается на лице. Снизу делается такой же степлером, привязывается, пристеплеривается точно так же полоски. Это из ИППшки. Из бинта, собственно, на самом деле делается все то же самое. Бинт максимально широкий берется, раскладывается, на него кладется слой ваты. Все как учили в школе на гражданской обороне, кто учился. И делается двухслойная повязка для того, чтобы она была более надежна. Все повязки, изготовленные собственноручно, эти можно стерилизовать, пропаривать. Ее для того, чтобы она долго держалась и дольше служила после каждой стирки, после того, как ее обработать паром, ее можно еще степлером либо руками прошить. Все, фактически. Все, ватно-марлевая повязка готова. Точно так же по углам либо пришивается, либо степлером пристеплеривается к ней завязки. Да, возможно, это не так красиво, как хотелось бы. Но, тем не менее, это полноценная маска, которая в период эпидемии, в период такой ситуации, которая сложилась сейчас у нас, она защитит вас и ваших близких. Спасибо.